Всем привет, дорогие друзья, с вами Денина. Сегодня мы поиграем в игру под названием Farming Simulator 2017 на карте Подсканева. Ну и сегодня мы будем ехать покупать тюкопрессор и будем тюковать наше поле. Да, там имеется немножко соломки. Сейчас садимся в мой трактор. Мы находимся уже на выезде с нашей деревни. Сейчас едем в соседнюю деревню по тюкопрессор. Тюкопрессор называется PRP 1.6, вроде бы так, старенький такой советский. И сейчас будем его ехать покупать. Хозяин мне сказал, что он уже его подготовил к работе. Можно сразу же смело ехать у поля. Надеюсь, оно так и есть. Не сломаемся там. Потому что хотелось бы сегодня уже вечерком вот сейчас закультивировать. Ой, точнее, затюковать все поле. И поехать домой отдыхать. А завтра уже собирать тюки, возить на базу. Так, давайте подержим. Где-то здесь должен быть этот тюкопрессор. Тут первый дом. Вот этот тюкопрессор. Так, давайте подъедем сейчас к нему, сразу же, к этому тюкопрессору. А сейчас подойдем к хозяину. Заплатим за этот PRP 1.6 и будем уже смело ехать домой. Так, поедем, наверное, сразу же не домой, а на поле. Давайте, пошлите. Вот хозяин тут на лавочке должен сидеть. Да, тут кто-то к нему даже подошел. Так, ну сейчас я с ним переговорю все и будем забирать тюкопрессор, и буду я ехать на поле. Ну вот, я с ним договорился, забрал я этот тюкопрессор всего лишь за каких-то там 30 тысяч рублей. Это не так уж и дорого для него, мне так кажется. Потому что он, ну, вполне такой рабочий, вот даже покрашенный, не очень ржавый. И тем более хозяин на него купил еще много запчастей, чтобы он работал. Так, ну давайте заводим теперь трактор и будем ехать уже на поле. Давайте заведем. Блин, я не подцепил что-то. Забыл подцепить. Давайте выходим. Кстати, давайте его же осмотрим. Что-то я так не осмотрел его. Он должен работать. Так, тут вот колеса накачаны, я смотрю. Тут все тут есть. Так, да, тут вроде бы все есть. Тут шланги все вроде бы новые. Так, ну должен работать. Тут тоже вот все такое новое, достаточно нержавое. Ну, видно, что не стоял этот тюкопрессор, на нем, ну, работали. Так, ну, давайте его уже подцепляем. Все, подцепляем тут все. И садимся в данный трактор. Так, да, сколько уже у меня этот трактор? Больше, наверное, месяца где-то. Да, наверное, больше месяца. Он... Еще у меня этот трактор был на Долгостроево. Так, а уже на Подсканево сколько РПшечек. Надеюсь, вам нравится то, что я на одной карте для вас снимаю РПшки. Потому что мне самому нравится смотреть других ютуберов, которые снимают на одной карте. Потому что так, ну, реально поинтереснее смотреть будет, чем просто когда с карты на карты бегают. Ну, давайте будем ехать на наше поле. Да, ну, сейчас такая погода достаточно хорошая, дождей не будет. Можно не спешить, конечно. Ну, я хочу уже делать тюки и продавать их, развозить по нашей деревне. Потому что, ну, реально много кому нужно тюки. Там в каждый дом по 2 тюка где-то так примерно. Потому что почти в каждом дому есть какая-то корова. И либо свиньи, еще что-то. Ну, животные есть. Так, ну, вот уже мы и почти подъехали к нашему полю. Ребята, не забывайте ставить лайки, подписываться на мой канал. Потому что лайки реально мотивируют снимать для вас побольше РПшечек. Всем спасибо, кто на меня подписан. И также всем спасибо, кто смотрит полностью мои видео. Огромное всем спасибо. Так, ну давайте вот поворот сейчас будет направо. Давайте поворачиваем направо. Так. Вот включаем поворотнички. Да, у нас тут все... Не, это фары я что-то включил. Вот поворотники. Все у нас работает. Да, все работает. Выключаем поворотник и едем к нашему полю. Ну, по дороге я плохой ехать не буду, потому что... Блин, как сказать, не хочу застрять тут. Сейчас буду опять объезжать тут. Так, давайте теперь с этой стороны объедем. Блин, опа. Все равно немножко заехал на эту дорогу плохую. Ну что ж поделать, такой вот трактор что-то застревает. Давайте теперь будем делать тюки сегодня. Так, сейчас надеюсь, что меня не обманули, он работает. Потому что я его даже не проверял.
Так, что-то тут соломы маловато. Вроде бы было больше, но не знаю. Сейчас посмотрим. Так, давайте подержаем правильно все. Опускаем его и запускаем. Во, все пошло, ребята. Так, что это за лаги были, я не знаю. Вот, все пошло. Должно все работать. Блин, теперь как бы встать? Что-то немножко неудобно. Вот. Все, поехали, ребята. Так будем потихонечку работать. Так, сейчас должен первый тюк получиться. Сильно ехать быстро я не буду. Потому что, насколько понимаю, они тут быстро делаются. Тюкопрессор маленький. Так. Ну, давайте как-то так будем ехать. Блин, а что-то уже мы довольно так много проехали, еще нету тюка. Ну, сейчас посмотрим, наверное, соломы очень мало. Поэтому тюк так долго делается. Так, ну, давайте, где же этот первый тюк? Там я вижу совсем немножко. Немножко видно, что там есть. Да, уже почти вот тюк будет сейчас. Вот, как раз почти полоску проходим, и тюк уже имеется. Один у нас. Так, еще подбирает солому. Слышу, что-то пикает. Во, ребята, как раз одну полосочку проходим. Вот, все, мы прошли. Вот, тут немножко совсем не хватает. Блин, что-то выхожу с трактора. Давайте посмотрим, как же это все выглядит. Туда вот тюк тут все делает. Сейчас его попробуем выпустить. Заходим в трактор. Точнее, залазим в трактор. Так, ну как-то так, один вот тюк сделаем. Наверное, сегодня, ну, все тут затикуем, тут немножко совсем тюковать. Выгружаем тюк, так. Вот, выпал. О, да, все работает, тут тюки, ну, как надо, все складывает. Вот, давайте дальше поехали теперь. Так. Блин, а вот поворачивать сложновато. Вот, трактору тяжеловато что-то поворачивать. Давайте как-то развернемся. Вот, и теперь поехали по этой полосе. Блин, надо было по кругу, немножко неправильно. Сейчас буду наезжать на эту сторону, на солому. Это не очень хорошо. Так, ну все, поехали. Вот это вот, ребята, очень хорошо, что одну полосу проходим, и как раз один тюк выходит. Это получается у нас тут где-то будет... Блин, что-то посчитать не могу. Ну где-то тут тюков будет 10, да, тут сколько полос? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Ну да, 10 тюков будет, еще эти... Которые я иду. Так, примерно где-то так будет. Так, вот, уже опять пипикает что-то. Это хорошо, что работает вот все. Да, все-таки старенький этот тюкопрессор, но вот как мы видим, работает он все как надо. Как с завода прям. Блин, а вот немножко не дошли уже тюк. Но это ничего страшного. Так, давайте теперь тюк выбрасываем. Все, поехали дальше. Ну вот будем как-то так потихонечку работать. Когда я уже закончу работу, тогда я и продолжу. Вот я и закончил уже почти что делать. Остался вот последний тюк у нас получится. И все. Ребята, я вот заметил, что наши тюки, точнее мои тюки, блин, закатились на чужое поле. Это, конечно, плохо. Ну, ничего, вот сейчас отгоню свой трактор и съезжу их, затолкаю на наше поле. Это плохо, что под этим... Под наклоном мое поле находится. Ну, блин, ну что ж поделать. Придется ехать теперь мне на тракторе. Тюки назад заталкивать. Надеюсь, никто не заметит, что я буду ездить по полю чужому. Так, вот как раз у нас один тюк и получится, наверное. Тут у нас немножко осталось еще соломы. Тут такие вот огрехи. Сейчас их пособираем. И получится, думаю, что один тюк еще. Так, вот тут как-то... Ну, в принципе, вот и получилось 10 тюков. Вот это вот 10-й. Я посчитал. Где-то так вот я и говорил, что получится. Но все равно это тут продавать жителям местным тоже будут какие-то деньги. Так, давайте. Так бы просто мы солому эту бы запахали, либо просто солому бы не делали. Было бы, ну вообще ничего бы не получили. А так хоть какая-то копеечка-то и получится. Так, давайте тут еще пособираем. Поехали назад, там тоже осталось совсем немножко. Блин, тут реально совсем немножко осталось, чтобы тюк доделать. Так, а вот нету соломы уже. Это, конечно, плохо. Ну, давайте вот так вот пособираем еще тут. Тут вот немножко. Так. Ну реально, тут совсем-совсем чуть-чуть осталось, чтобы доделать последний тюк.
Вот. Тут. Давайте уже. Когда уже тут оно закончится? Блин, ну вот это вот будет плохо, если капельки нам не хватит, чтобы доделать тюк. Давайте еще вот тут вот заберем. Да блин, ну конечно немножко неудобно, нужно еще привыкнуть к этому тюкопрессору. Так. Вот. Давайте. Во, вот получился. Блин, только он сейчас покотится. Ну и что делать? Сейчас его как-то... Да ладно, пускай котится, все равно буду потом приезжать на этом... На погрузчике и, короче, заберу его. Так, а ну-ка давайте, может, как-то так его развернем. Вот, сейчас он перестанет катиться, тут просто уже наклон упадет. Все, поехали. Все, можно теперь ехать свободно домой. Так, выключаем. О, все, поехали теперь домой. И можно будет отдыхать идти. Ну, конечно, сейчас я съезжу тюки еще. Типа собираю на место их. А потом уже можно будет и отдыхать. Так, сейчас еще где-то нужно придумать, где бы оставить этот тюкопрессор. Ну, где-то все-таки оставим. Места у нас много на базе. Надеюсь, вам эта РПшка очень сильно понравилась. Так, давайте где-нибудь здесь поставим. И, ребята, обязательно поддержите меня лайком. Я буду очень рад каждому лайку. Всем спасибо, кто смотрит и ставит лайки. Очень большое спасибо. Так, ну, давайте вот подъезжаем мы уже к нашей базе. Где-то здесь вот и оставим ее на базе. Так, давайте заезжаем. Ну, где-то вот здесь вот и брошу я. Вот тут где-то. Давайте вот так вот. Так, все, глушим трактор. Пускай тут стоит. Сейчас все равно нужно будет идти за погрузчиком. Давайте вылазим. Сейчас отцепим. Так, отцепим. Вот отцепляем. Ну и думаю, что я на этой прекрасной минуте буду с вами прощаться. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока. Развеселые язычки, я шагаю.